Всем привет, с вами Бози, ребята. И это «Как снимали А4, Кобяков стал ребенком на 24 часа». Видосик от Олежи. Я, конечно же, сразу же ставлю лайк. Господи, прошло буквально 7 минут, а у Олежи уже 2100 лайков. Надеюсь, у нас с вами также когда-нибудь будет. Надеюсь, летом. Короче, что я могу сказать? Я сразу поставил лайк, сразу же подписался на канал. Ну, подписан я был еще года 2 назад на Олежи. Ну ладно, погнали. Кобяков! Хватит орать! Вот напишите в комментариях, кто помнит это. Кто помнит этот ролик от Влада А4? Я ржал, как резанный просто. Может, дать ему денег? А зачем ты убрал деньги-то? Ты чё, Глент? Надо деньги оставить, ты не видишь, Кобяков любит это. Вообще, честно говоря, я не понимаю, зачем оставлять деньги, когда Кобяков любит больше покушать, вот. Поэтому было бы логичнее, как бы, не бабки ему давать, а еды какой-нибудь. А что за запах? Делаю вдох, так... Слушайте, а может быть мне реакцию сделать на Егор Шип Диор? Потому что сейчас это крайне популярная песня стала. Я раньше вроде ее на стриме смотрел... Как-то вот-вот незначай. Ну точно не помню, кстати говоря. Вот, думаю, напишите в комментариях. Мне кажется, что мы сегодня обосрались. Нет, ну слушай, ну... Конечно, это сделал Кобяков, но не ты, братан. Уж вот-вот поверь мне, Кобяков-то превратился в ребеночка маленького. Мне так забавно, когда... вот вы, наверное, все сейчас посмотрели на превью Олежи и... Просто... Просто бог превьюшек, Олежа, ты просто бог превью, ты божественен, я сразу скажу. Кобяков стал ребенком! Бэйби Кобяков, данное видео не пытается никого оскорбить, а также все выполнено профессионалами. По-моему, ничего не изменилось. Баба Буй. Рядовой бумага. А Боба? Твоя задача поменять ему подгузник. Ой. Слушай, погоди, это Рэмбо, что ли, или что это за... О, господи, как я обожаю Олежа, когда он берет кадры из старых фильмов, и мне вот прям реально хочется это пересмотреть. Вы просто не представляете, как это офигительно. Ну, это реально, вот «Призрачного гонщика» я пересмотрел, господи, такой отпадный фильм. Ну, люди, которые нас смотрят, наверное, даже не знают, что такой фильм есть. Ну, как говорится, поколение, вот. Поэтому, в принципе, все так, как оно есть. Нет. Да как там мог так Кобяков-то обсериться, чтобы Влад А4 аж дыхание задерживал, елки-голки. На самом деле, мне даже Влад А4 жалко в этот момент. Нет, нет. В смысле, чё? Там кто-то выстрелил? Нет. А, боже, эта дверь закрылась. Я уж думал, там какая-то ядерная бомба упала. Ну, не настоящий, конечно. Вот. Нет, ты тупица, это не присыпка, это красный перец. Ставлю ставку, что сейчас Кобяков в 10 раз больше обсерится. Получай! Many hours later. О, чистенький. Проходи вон туда. А Влад А4 где, скажи, братан? Послушный. Что я сейчас увидел? Слушай, Глент, я тебе так скажу по-честному. Вот ты сейчас увидел то, как не надо использовать присыпку с перцем. Надо использовать обычную присыпку, а не поперченную. Поэтому, видишь, Влад даже оттуда выйти теперь не может из-за того, что он натворил дело в елки-иголки. Поэтому будь осторожнее в следующий раз тоже. И не повторяй ошибок Влада, как говорится. Как это забыть? Никак. Никак, братан. Я полностью согласен с Олежей. Он хочет погулять. Нет, мне кажется, то, что он хочет еды. Зная Кобякова, для него смысл жизни — это покушать. Да и все, в принципе. Честно говоря, вот я иногда задавался вопросом. Типа, вот насколько нужно любить еду? Насколько нужно любить еду, чтобы... Ну вот реально думать только о еде, потому что в роликах Влада А4, как мы все знаем, постоянно, абсолютно постоянно Кобяков говорит, я люблю покушать.
Я вот думаю, даже когда ты в роликах снимаешься, ты хочешь покушать. Я думаю, Кобяков, ну реально же, у него смысл жизни это поесть. Но это как бы круто, это не заставляет не радовать. Это реально хорошо, то, что человек любит поесть. Но вот настолько, насколько Кобяков. Правда, вот реально было удивительно, то, что когда, как говорится, Кобяков стал ребенком, почему-то его успокоили деньги, а не еда. Вот я считаю, то, что его должна была успокоить еда. Вот странно, конечно, тоже, но как-никак, что есть, то есть. Песочница, Кобяк! Я могу вот так, вау, вот так, вау! А еще ты можешь поесть. Вот так, вау, вот так могу! Кобяку! Боже мой, еще один кадр из фильма. Напишите в комментариях, кто помнит этот фильм. Вот я его помню. Это так... Господи, помилуй, это ж первая часть или не первая часть? Нет, вторая вроде часть это была. Против... Или первая как раз против песочного человека. Но я не сказал название фильма. Напишите в комментариях, кто помнит. Кто помнит, лайкну. Да-да-да. Кстати говоря, вчера у Влада 4 выходил часовой ролик. И я, если что, сказал то, что те, кто напишет все пасхалки со вчерашнего ролика, который час идет, ну, он у нас на главном экране в Ютубе, я добавлю в друзья ВКонтакте. Тех, кто найдет все пасхалки, напишет, скинет скриншот мне ВКонтакте, то, что он, типа, что я лайкнул его комментарий, и я выберу нескольких людей, которых я добавлю в друзья ВК. О, балбес! Попу мыть, попу мыть. Это ха, будем каждый день. Нужно каждый день. О, ну, как говорится... вооружен и готов, и опасен. Все уже знаю наперед. Хотя мне еще рано вообще жениться даже. Мне всего лишь 20 лет. Еще лет 5-6. Потом только можно уже начать этого думать. Вот. Жра! Он хочет покушать. Ну, конечно, у него богатырь. Вот! Вот! Вот, ребят, знаете, вот представьте, у вас родится ребенок, и он будет вот точно так же есть. Вот скажите, пожалуйста, сколько в месяц у вас денег будет уходить? Давайте включим математику. К примеру, Агуша стоит, ну я не знаю, сколько она стоит, я ни разу ее не покупал. Ну, наверное, ну давайте, допустим, рублей 60 она стоит, да? Сколько там баночек ради интереса? Раз, два, три, четыре, ну штучек 20, наверное, есть. Правильно? Штучек 20. То есть, если 60 рублей, 20 штук, это 6 на 2, сколько? 6 на 2, 12, правильно? Ну, 1200 рублей будет уходить у тебя каждый день, чтобы накормить Кобякова. Молодец. Тырский аппетит, мужиком растет. Он хочет игрушку. Кобяков, да на тебя... Хрен прокормишь, как говорится. Ты слишком много ешь. Смотри, что у меня для тебя есть. Машинка. Куда ему машинка? Да не парься, эта тачка надежная. С ней он точно ничего не сделает. Говорит, за меня газует. Палочка что-то колдует. Напишите в комментариях, кто помнит эту песню. Говоришь, ничего не сделает. Кобяков. Все, Кобяков, ложись спать. Ну не так. Пацаны! С бабками, вот это вообще другое дело. Ну, ладно. А Моргенштерн тоже стал ребенком. Мать моя женщина! Ой, господи! Моргенштерн, че? Как? Какого хрена? Ты когда успел превратиться в... Ой, господи. Аминь. Ладно. И Егор Крид. О, а Егор Крид, кстати, милый, когда ребенок. Вот и Егор Крид милый. Вот мне, кстати, интересно, а как бы я выглядел, если был бы младенцем? Даже Джиган. Джиган-то он выглядит как, я не знаю, дед, которому... Ну, типа, ребенок, которому 80 лет. Я даже не знаю, как это... Как это вообще сравнить? Надо подкачаться, надо подкачаться. Ёб твою дивизию, господи помилуй. Нифига себе присак. Ильдар Джарахов. Что это со мной? Ну вот. Олежа! Ну, конечно, мы все хотели посмотреть на то, какой ты будешь в детстве. Но я тебе так скажу. Красавец с усами. Че еще можно добавить? Красавец с усами. Что еще? Я тоже стал ребенком. Олечка, Рикардо, назначаю вас моими родителями.
Ну как же не Рикардо Милос? Вот как же еще бы он не назначил Рикардо Милосом своим отцом? Вот еще бы. Друзья, не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик. Не, молодец, чувак, молодец. О, погодите, а это кто? А, понял. Нет, короче, молодец. Очень клево получилось. Напишите в комментариях, как вам. Подписывайтесь, включайте уведомления, конечно же. С вами был Бодя, жду ответ на мои вопросы в комментариях. И всем пока!